Нашелся молот. С этим копьем мы сможем заглянуть в другие уголки залива. Похоже, Дурлин стал запирать двери. Понимаю. Все равно я так думаю, что он ведет дела из пивной. Да, после остановки буровых машин здесь, кажется, посвежело. Не кажется, а точно. Ты прав. Спасибо, брат. Вот так статуя. Видимо, это та статуя, о которой говорил Дурлин. Его молот, наверное, рядом. Этот дракон выглядит совсем как настоящий. Это я слышал не раз и не два. Ах!
Что тебе нужно? Ну, если вкратце, сокровища, а точнее клад, спрятанный вон там. Мы с сыном. Мы прибыли на эти острова в поисках богатства. Я боялся, что это слишком опасно, поэтому пошел один. И, очевидно, оказался прав. Поэтому ты до сих пор здесь. Мой сын. Я подозреваю, он пошел искать вторую половину сокровища. Прошу вас, узнайте, что с ним стало. Если вам нужна награда, можете забрать сокровище себе. Мне нужно. Были моряками. Покинули Мидгард, чтобы поискать удачи в других краях. Успех был так близок. Старые кости. Его сын давно уже сгиб. Нам несложно убедиться. Вот. Осторожно, сзади!
Вот это бойня! Рунная плита. Надпись не помню. Возьми резец и закончи ее. Молот. Может, Дурлин нам о нем что-то расскажет? Должно быть, он в таверне.
нужно найти путь сквозь эти обломки. Пусть эта тварь заткнется! Последний! Ах!
кто-то уцелел. Кого не завалило обломками, тех растерзали эти твари. Муспельхеймское семя собрано воедино. Нужно отыскать мистические врата. Может, найдем испытание Сурта. Thank you.
Будь начеку! Давай, Кратос! Держись! Почувствовал.
Почувствовал. Злобень, чисто к тебе!
Ничего пройдет, ты справишься! Thank you.
Еще один так быстро? Здорово! А что ты сюда все время суешься, Волос? Начальник велел за нами шпионить. Нет, дело вовсе не в этом. Я здесь сугубо в качестве вашего проводника. Но только если вы этого хотите. У нас так заведено. Простите, постараюсь быть полезнее, да? И лаконичнее. Похоже, что выход уже совсем рядом. Приличная сумма, брат. Мы уважим просьбу призрака. Ты не считаешь, что это отвлечет нас? Не знает, что стало с сыном. Ясно. Как скажешь. Кратос, ты ведь можешь открыть эту дверь? Нашел что-нибудь? Да. Брат, а оракулы в твоих землях? Они, по-твоему, управляли событиями? У них была какая-то цель? Я не сомневаюсь, что они блюли свои интересы. Но, судя по моему опыту, они сами могли стать жертвой своих пророчеств. Должно быть, интересный был опыт, брат.
Я обратился за помощью к Оракулу, чтобы вырваться из рабства Ареса. У одной жрицы были видения, будто Олимп падет по вине бога войны. Поговорим об этом потом. Ну, вы закончили копье? Стоп, молчи! Пусть Брок мне все расскажет. Сделаем вид, что меня тут не было. Если чего-то нет, значит и не надо. И тут кровь везде. Спасибо. Рад облегчить ношу. Конечно, мне это пригодится. Что-то для Фреи. Так что нужно? А что мне сделать? Носи с гордостью. Очищу инструменты. Что для Фреи? Надеюсь, вам подходит. Что тебе нужно? Осторожней!
встреча с Девой Кузницы заставила меня кое-что вспомнить. Я думал, их можно увидеть только на моей родине. Водных дев, кующих оружие? Да. Помню, была одна озерная нимфа по имени Нимуэ. Большая мастерица по части мечей. Мимир. В прямом смысле. Как не стыдно. Она делала лучшие мечи на всех островах и имела большие планы на их использование. Интересно, что с ней стало?
Я разобралась с одним патрулем Эйнхерии. Тут должно быть безопасно. Про остальной город не скажу. Похоже, армия оккупантов всех разогнала. Никого, как в комендантский час. Снова вы. Надеюсь, вы пришли убрать то, что натекло с этой вашей запасной головы. Мы это сделали. Это не исправит того, что я натворил. Но, надеюсь, немного улучшит ситуацию. Идем, брат. Это твой? Вот цена! Где вы его... Да, это мой. Он был символом нашей борьбы. Рабочая солидарность, все такое. Я рад, что он нашелся. Он будет напоминать нам, что мы не сдались. Пока еще нет. Ха, не думал, что еще когда-нибудь его увижу. Смотри. Это Биврёв! Даже я почувствовал! Хафинг!
Осторожно, сзади! Кратос, без тебя я не справлюсь! Вряд ли насилие на улицах убедит горожан, что можно выходить. Загадка Брока. Больше убавляешь, больше становится. Нет уж, я так просто не сдамся. Раз ты так расстроен, он уже победил. Снова вы. Это из-за вас головорезы Одина шастают по городу. Если тебя это утешит, мы убиваем всех эйнхериев на нашем пути. Эй, полегче. Может, лучше выйдем на улицу? Здесь у нас мирная атмосфера. Фрея, где сейчас Сигрун? Никто не знает. Сейчас она ищет наших пропавших сестер по всем мирам. Мы надеемся, что если удастся вернуть их души в Ванахейм, то найдется способ как-то избавить их от проклятия. Может, расскажешь все-таки ту историю об оракуле с твоей родины, у которой были видения о падении Олимпа? Да, из-за бога войны. И она решилась помочь мне, надеясь ослабить Ареса и защитить свой мир. Но не предвидела, что я убью Ареса и займу его место. В итоге, я помог сбыться ее пророчеству. И оракул сама приблизила то будущее, которого надеялась избежать. Отличная у нас подобралась компания.
Осторожно, сзади! Еще одна могила берсерка. Отец. Говори, дух. Это ты? Отец, я тебя не вижу. Я был недостаточно быстр. Прости, что бросил тебя. Твой отец мертв. Что? Нет. Он пошел за вторым кладом в одиночку, чтобы уберечь тебя. Стремясь защитить друг друга, вы оба прибыли на эти острова поодиночке и в результате... Какой же я дурак. Но... Спасибо, что рассказали мне. Может быть, теперь мы с ним снова увидимся. Какая жалость. Они хотели сберечь друг друга, но оба погибли. В этом кроется урок. Что теперь? Мы заберем сокровища, а потом вернемся к отцу. Зачем? Закончим то, что они с сыном начали. На это колесо не поступает вода. Yeah!
На том острове что-то виднеется. Может, клад, про который говорил дух? Хватит вертеться. Вы справились, мастер Кратос! Превосходно! Такими темпами вы быстро набьете руку. Не пойму, хотел он нас подбодрить или все же обидеть? Все сразу. Подъемник бы нам помог, но до него не достать. Yeah.
лодка опущена, но нужно ее закрепить. Там шестерня, видишь, соединенная с решеткой. От камней нужно избавиться. Вот так. Вот это улов! Наши искатели сокровищ не зря за ним охотились. Пожалуй, надо рассказать отцу, что стало с его сыном. Откуда он взялся? Очень громкий рок, а откуда, понятия не имею. Мимир. Нет, серьезно? Никто не знает, откуда взялся Гьялархорн. Однажды просто появился у Одина.
Вы вернулись. Мы знаем, где твой сын. Прошу, скажите мне. Он погиб, пытаясь отыскать второй клад. Вам пришла в голову одна и та же мысль? Нет, нет, нет. Это я виноват. Он тебя слушался. Да. И так делают все сыновья. Надо было взять его с собой. Мы были бы живы и сказочно богаты вместе. Не вини себя. Он обрел покой. В любом случае, спасибо, что сказали мне. Я буду искать его в Хельхейме. Хорошо, что мы это сделали. Да. И Атрей, думаю, тоже будет рад. Да. Возвращаясь к теме пророчеств и попыткам их избежать. Мне на ум приходит похожая история, что ты упомянул, брат. Греческая пьеса. Мрачноватая, но очень популярная. Знаешь ее? Каждый грек знает трагедию царя Фима. Да, такие истории разлетаются мгновенно. Загадка Брока. Может, ответ это ничего? Больше убавляешь, больше становится. Ничего. Нет, это вряд ли. Не люблю загадки. Нашли руду с родины, да? Ну, давайте сюда, я починю что-нибудь. Новый отец и мать. Новый удел – страдать. Что делаем? Ну, что делаем?
Что нужно лесной ведьме? Потреплемся или пойдешь? Теперь у тебя есть оружие, способное победить Хеймдаля. Осталось к нему подобраться. Да, если план остался тот же. Тот же. Я буду защищать сына. Но тогда изначальная идея избежать Рагнарёка потеряла свою значимость. Это дело Одина. Именно это меня и беспокоит. Слушай, брат, то, что он тебе говорит... Его слова ничто. Верно. Хотя, по-моему, возмездием просто так не грозят. Нужно тщательно продумать все последствия. Ты слишком торопишься. Сперва узнаем, что удалось Синдри. Давай, звони уже! Я Дайлин Бурман. Сколько раз тебя повторять? Привет! Я рад видеть, что колокольчик... Вот что я нашел. Какие буйные ребята! А вот и он! Эй! Иди покажи копье! Глянь, что у нас вышло! А теперь бум! О, ты посмотри! Это особое оружие. Будто я сам не знаю. Ты нашел путь в Асгард? Не совсем. Была пара идей, но не сработало. Удачно. Брат, что же нам делать, если пути в Асгард нет? Я не знаю. Мне надо подумать. Я устал. Так у девы с вами точно ничего странного не случилось? Вообще? Абсолютно ничего. Все прошло как по накатанному льду. А что? У тебя был повод думать, что все пойдет через задницу? Что? Нет, конечно нет. Я рад узнать, что все прошло как надо. Так и было. И к тому же очень развлекательная прогулка вышла. Я все им разжевал насчет формы и сути вещей, и в чем разница, и вышел прям целый форматив. Опять придумываешь слова? И ничего такого. Я сказал мотив, причем отличный. Ты невозможен. Я самый возможный из всех присутствующих.
Этим можно остановить сердце, а то и просто вырезать. А госпожа Фрейя? Здоровяк. А у меня уже руки чешутся. Теперь для богини. Что нужно лесной ведьме? А госпожа Фрейя? Я хорош, да? Сейчас что-нибудь сварганим.
Брат, ты куда это? Спать. Значит, мы так и будем брести вслепую, надеясь, что не упремся в Рагнарёк? Таков твой план? Кратос. Все хорошо? Кажется, твой отец уже готов отправляться. Тогда идем. Сюда, ворчун. Тебе нравится шелест волн, малыш? Мы с твоим отцом часто плаваем по реке. Однажды и ты научишься скользить по ее водам. Мы живем в сердце Диколесья, самого красивого леса во всем Мидгарде. Тут безопасно и тихо. Тут много дичи. И ты ни в чем не будешь нуждаться. Неподалеку отсюда то место, где мы с твоим отцом встретились. Мы чуть не убили друг друга. Но с тех пор он стал мягче.
Немного. К несчастью для тебя, он по-прежнему ужасно упрям. Кажется, учить тебя разговаривать придется мне. Твой отец научит тебя охотиться. Хотя, возможно, и это придется делать мне. Ведь все, что он умеет делать, это ворчать. Тебе нечего сказать своему сыну? Что мне сказать ему, Фэй? Хоть что-то. Пусть он узнает твой голос. Пусть узнает тебя. Чем меньше он будет знать, тем лучше. Знание не всегда обуза. Подумай только. Могучий бог войны боится собственного сына. Я не боюсь нашего ребенка, Фэй. Я боюсь за него. Он невинен. Мы не наши ошибки. Мы не те, кем были раньше. Мы должны быть лучше. Атрей, наше будущее. Береги его, Кратос. Защити их, Хейдер. Что тебе сделала эта стенка? Я концентрируюсь. Отец меня научил. Получается? Пока нет. А на чем концентрируешься? На контроле эмоций. Хеймдаль пытается вывести меня из себя. Но я не поддамся. Труд. Эй, здесь труд. Спокойно. Тренируетесь без меня? А что, неплохая идея. С тобой? Ну, по-моему, идея отличная. Но если твоя мама узнает, разозлится. Верно.
Но ты не учел. Не учел. И мне совсем не больно. В общем, тебя хочет видеть дед. О, понятно. Дед, ладно. Тогда вот держи. И передай привет Сив, леди Сив, Атрей. Увидимся. И Труд. Пока, Труд. Мидгарские мальчишки странные. Странный не значит плохой. Вы двое. Что в кувшине? Сливки. Мама любит. А он об этом знает. Дед у себя в кабинете. До встречи.